Дагестанский мед признан лучшим в мире. На международном форуме, где приняли участие более 100 пчеловодов, наш земляк занял первое место. Пасеку он содержит в родном селе Ташкапур Левашинского района. Как правильно ухаживать за пчелами, чтобы получить самый вкусный и полезный продукт, узнал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. У нас начинается уже подготовка пчел к зиме. И это один из важнейших процессов. Нужно сократить гнездо, сделать вентиляцию и подкормки подсыпать. Пчелам должно быть комфортно в своем жилище. И все, закрываем обычным холстиком. И до весны уже мы не трогаем их. Семья Курбанов занимается пчеловодством вот уже 17 лет. Начинали всего с 2 ульев, а сегодня на пасеке их более 100. Вначале купил как бы для себя, так чтобы мед, потом понравилось. И начал продолжать это дело. Мне помогают тоже семейные, как бы получается, помогают. Сын помогает, жена, брат помогает. Работаем вместе. Работа трудоемкая, зато полезная и на свежем воздухе. Пчеловодству Сироджин обучал все опытных пасечников Дагестана и России. Теперь он сам делится знаниями и рассказывает, как добывать натуральный мед высочайшего качества. Здоровыми пчелы держать, чтобы этот был, чтобы хороший мед был. Их возить на медосборы, на другие разные медосборы. Почаще меняем места. Вот это секрет, то, что правильно ухаживать за пчелами. Самым вкусным и полезным считается мед в сотах. В них сохраняются все полезные свойства. Проверить качество можно по-разному. Например, струйка нектара не прорывается и складывается горкой. Но, как нам подсказали, лучше покупать лакомство у доверенных и знающих пчеловодов. Мы этого пчеловода знаем как порядочного, честного пчеловода. Мы видим порядок у него на пасеке, чистота, вовремя проводит обработки. Постоянно он летом ищет новые места, где обильный медосбор, богатый медоносами. И вот результат. На международном форуме левашинский мед «Молочай» признали лучшим в этом сезоне. Он проходил в нашей республике в начале октября. Химический анализ в Москве подтвердил высокое качество нектара. Эксперты объясняют, это благодаря чистой экологии в горах Дагестана. Хамза Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ташкапур, Левашинский район.